18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа регион», я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Пусть огонь очистит наши сердца и согреет нас бесконечной любовью. Так Анапа зажигала. С огоньком да народными гуляниями на курорте проводили зиму и взяли курс на теплую весну. Не очень удобно ездить на маршрутках в город, а здесь пришли уже на месте все врачи. Большой прием для маленьких пациентов. В рамках Дней здоровья врачи осмотрели около сотни детей Гастагаевского сельского округа. Самый сильный казачий в Краснодарском крае, казачий рукопашный бои, это развитый в Анапе. Чертова дюжина наград. 13 золотых медалей взяли анапские спортсмены на международном турнире по казачьему рукопашному бою. Новая рабочая неделя и новый прием главы Анапы. Юрий Поляков выслушал обращение жителей хуторов Чембург и Красный, предложение по благоустройству от активистов органов ТОС и прокомментировал вопрос с завершением строительства дома на Парковой 60. Жители Чембурки просят обратить внимание на улицу Озерную в хуторе. Говорят, после обращения к главе участок дороги отсыпали и установили опоры уличного освещения. Просят включить их жилой район в среднесрочную перспективу благоустройства. Я оставил в администрации письмо с просьбой включить нашу улицу, нашу часть населенного пункта, все-таки какую-то программу благоустройства, так как все-таки категория дороги у нас 4-я или 5-я, это не важно, она подразумевает все-таки асфальтирование, рано или поздно надо это делать. Юрий Поляков поручил продолжить монтаж уличного освещения на Озерной. У Григория Саркисяна, жителя дома по улице Чехова в Анапе, с собой фотографии нарушенного благоустройства территории вокруг почтового отделения. Мужчина жалуется. На газоне не первый месяц лежит отработанный дорожный материал. Заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова берет вопрос на карандаш. Пусть лопаты берут, ведут и скидывают. А по поводу асфальтирования, мы в рамках ямочного ремонта будем здесь делать ремонт. Все, это будет апрель-май. Хорошо. Наталья Трубицына просит выделить помещение для почтового отделения в хуторе Красный. По поручению главы Анапы такая возможность найдена. Юрий Федорович, по адресу хутор Красный, Северная, 25, действительно есть наше учреждение, муниципальное бюджетное учреждение культуры Приморская ЦКС. С руководителем этого учреждения по вашему поручению проговаривали. Есть помещение общей площадью 37,6, ну, коридорчик и само помещение, да, которое можно использовать для этих целей. Нашему руководителю филиала Почты России Анапскому мы эту информацию довели, рассказали, что как сделать для того, чтобы заключить договор, только там будет не аренда, а там будет безвозмездное пользование с возмещением затрат на оказание коммунальных и иных услуг. Юрий Поляков поблагодарил анапчанку за активную позицию. Наталья Геннадьевна отстаивает появление нового почтового отделения гораздо активнее, чем руководство самого ведомства. Те, кто работает на почте, вот их это не беспокоит. И нас беспокоит администрацию. С первого дня сюда прихода я занимаюсь вот этим вопросом. Хотя говорите, отвечает администрация? Да, мы отвечаем. Мы готовы дать помещение. Знаете, они за зарплату. А 15 тысяч на, и никто не хочет работать. Она потом мне приходит, говорит, а никто не хочет работать. Приемы главы Анапы проходят еженедельно. Решение каждого вопроса находится на личном контроле Юрия Полякова. В Анапе создадут перечень приоритетных топонимов, а школьникам и студентам предложат изучить историю Великой Отечественной войны на примере своих героических предков. Эти вопросы рассмотрели на первом в этом году заседании Совета молодых депутатов. За дискуссиями наблюдали наши корреспонденты. В этом году Краснодарский край отметит 75-летие освобождения от гнета немецко-фашистских захватчиков. В рамках этой даты Совет молодых депутатов и руководство Народного краеведческого музея имени Трущенко выступили с инициативой о проведении литературного конкурса «Анапа в военной шинели». В нем примут участие школьники и студенты города. Организаторы предлагают молодежи написать рассказ о членах своей семьи, участниках сражений на полях и в тылу врага, детях войны и ветеранов труда. Одним словом, обо всех, кто ковал победу. Но главная задача через
этот конкурс привлечь максимальное количество наших молодых людей, учащихся, работающих и так далее, к изучению нашей истории. И прежде всего, как сказала Светлана Ивановна, начать это через изучение собственной семьи. По поручению главы Анапы Юрия Полякова было принято решение оформить перечень приоритетных топонимов героев России, Кубани и Анапы для наименования микрорайонов, улиц, скверов, бульваров, аллей и проспектов нашего курорта. Мы должны составить реестр, по которому архитектура в дальнейшем сможет работать, точнее топонимическая комиссия, в которой у нас будут герои Анапы, которые будут разделены у нас для города, для сельских округов. Вот здесь я думаю, что это тот большой объем, который нужно будет сделать, и здесь нам должна помочь молодежь полностью. И наши отделы краеведения, которые где-то на хуторах находятся. То есть здесь должны подключиться вся наша общественность. Надо подключить обязательно здесь уже архив УВД, и казачество надо подключать. Надо обязательно подключать нашу бывшую моршколу, сейчас, да, институт береговой охраны. Принять участие в формировании реестра наименований улиц именами героев приглашаются все желающие. Предложения будут рассмотрены на межведомственной топонимической комиссии при городской администрации. Заявки на участие в конкурсе «Анапа военной шинели» и предложения о переименовании улиц принимаются на почту, указанную на экране. Руслан Душевский, Анапа регион. Анапская масленица – одна из лучших в крае, уверены не только жители, но и гости курорта. В течение почти 5 часов на главной площади города в буквальном смысле было жарко. Там зажигали артисты цирка, пекли блины кулинары, выступали творческие коллективы и, конечно же, проводили зиму традиционным сжиганием чучела масленицы. В празднике принял участие глава города Юрий Поляков. Он осмотрел площадку, где проходили гуляния, и пожелал анапчанам благополучия, добра и перемен к лучшему. Красиво, необычно, а главное, съедобно. Здесь просто композиция с ажурными блинами. Это пенек из блинов. А розочки? Розочки тоже из блинов, крашеное тесто у нас получилось. Наталья, главная по приготовлению еды в одном из отелей. По ее словам, блины даже не в масленицу. Одно из самых популярных блюд у отдыхающих. Делаем на молоке всегда блины. Не делаем ни на сухом молоке, ни на воде, только на молоке. На молоке они более мягкие, более насыщенные. Это настоящий блинный фестиваль. По словам организаторов, все по-своему хороши. У Анапского колледжа сферы услуг по одну сторону разносол, по другую минимализм, чтобы блин шел к блину. Это, во-первых, кубанский продукт, это наш продукт, поэтому мы все его любим. Блины у нас сегодня были выставлены на любой вкус, и с рыбой, и с икрой, и с чем только не было блинов, поэтому все попробовали, все довольны, я считаю, все хорошо. Целые блинные композиции не оставляли равнодушными, в том числе и главу города. Он осмотрел торговые ряды, а также то, как организовали отдых. Исполняющая обязанности заместителя главы Екатерина Боровская показала Юрию Полякову зону ответственности городского управления по делам молодежи. В качестве аниматоров – волонтеры. Некоторым из них предстоит принимать гостей во время мирового первенства по футболу. Так выглядела центральная площадь менее чем через час после начала гуляний. Юлия и Ирина – подруги с детства, жили в Иркутской области. На 30 лет судьба их развела. Теперь одна в Сочи, другая в Анапе. Красивой становится, доброй становится, веселой. Сейчас дело к весне, так вообще песня будет. То есть город не засыпает даже зимой, это хорошо чувствуется. Мы любим его, мы любим этот город. Дагестанские канатоходцы в Анапе не были 3 года. Лезгинка, переходящая в калинку-малинку. Ремесло начинают осваивать с раннего детства. Как и многие цирковые жанры, этот также зародился на ярмарках и массовых гуляниях. Все сказано тем, что артисты выступают без страховки. Помогает поддержка зрителей. Ну, самое, это, можно сказать, краевая масленица проходит в Анапе. И город, мы летом тоже здесь бываем, на других мероприятиях. На Новый год, я же говорю, мы приезжали. А на Анапа у нас город, мы дружим, мы любим этот город. А так удаль молодецкую показывали уже гости праздника. Анапчанин Валерий Краснощеков занимается на обычных турниках. Он был первым, кому покорился масленичный стол. Вообще мне нравится. Праздник красивый сделан. По-моему, такого ни в Новороссийске, ни в Славянске, ни в Крымске нету.
Очень хорошо, красиво, достойно. Еще одна традиция – баранки с пожеланием. Как правило, приятным. Глава города пожелал всем анапчанам здоровья, радости и тепла в семьях. Масленица – традиционный праздник, связанный с надеждой на перемены к лучшему. Пусть огонь очистит наши сердца и согреет нас бесконечной любовью, добром и радостью. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион. Всю масленичную неделю в Центральной библиотеке анапчан знакомились с традициями народного праздника через радиоконцерты, конкурсы и театрализованные представления. Кульминацией стала фольклорная программа «Русская старинная, румяная да блинная», в которой приняли участие творческие коллективы и сами читатели. Для детей был организован отдельный праздник. Ребята узнали множество фактов о масленичной неделе и приняли участие в конкурсе пословиц. С концертной программой перед юными читателями выступили хореографический ансамбль «Планета танца» и музыкальный фольклорный коллектив «Звонница». Читатели постарше смогли проверить свою эрудицию в игре «Балакочки», где предложенные слова из кубанского диалекта нужно было перевести на современный русский язык. Угольник. 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 Это военный чек. Вот, видите, не все знают. А это посудный шкаф. Не обошлось и без литературных часов. Ключевое место на стендах заняла выставка книг русских народных традиций и рецептов. В последний день масленицы библиотекари и читатели проводили зиму до следующего года. Для всех желающих провели мастер-класс по созданию главного символа праздника – яркого солнца, чтобы приблизить наступление весны. Последний масленичный день проводы предшествуют Великому посту. Он начался сегодня и продлится 7 недель. В это время верующие отказываются от пищи животного происхождения, проводят время в молитвах и готовятся к встрече главного праздника Воскресения Христова. Однако медики предупреждают, не всем держать пост одинаково полезно. Людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом, а также онкологией, лучше придерживаться диеты, назначенной врачом. Резкий отказ от привычного рациона питания может привести к ухудшению здоровья. Перед тем, как человек решил поститься, необходимо проконсультироваться с врачом, как бы для того, чтобы выявить, имеются ли противопоказания к посту или нет у человека. Вот. Далее это соблюдать следующие рекомендации, такие как, во-первых, это принимать пищу до 4-6 раз в сутки небольшими количествами, а также необходимо, чтобы пища приносила удовольствие, чтобы пациент не чувствовал отвращения к ней. По мнению медиков, не стоит держать строгий пост также детям, пожилым и беременным. Однако полностью здоровым людям временный отказ от тяжелой пищи в пользу растительной не повредит. Это приводит к снижению лишней массы тела, к снижению холестерина, к нормализации микрофлоры кишечника, а также к улучшению сосудистой стенки артерий. Как бы то ни было, важно помнить, пост – это в первую очередь духовное очищение, а не диета. Священнослужители советуют это время провести в молитвах и осознании грехов, совершая только добрые поступки. В сельских округах продолжаются Дни здоровья. Очередной медицинский десант высадился в станице Гастагаевская. На этот раз узкие специалисты принимали детское население. Большинство пациентов – малыши до года. Это самая уязвимая категория, поэтому к их здоровью внимание особенно пристальное. С самого утра у участковой больницы номер 2 станицы Гастагаевская паркуется особенный транспорт. Сегодня здесь принимают самых главных пациентов – детей. Елену беспокоит плохое самочувствие сына. В последнее время он стал капризный, иногда повышается температура. После полного осмотра педиатр заключает – беспокоиться не о чем. У малыша режутся зубы, а этот процесс весьма болезненный. Врач назначает лекарства, они помогут снять неприятные симптомы. А у молодой мамы отпадает необходимость вести ребенка на обследование в городскую поликлинику. Очень бы хотелось, чтобы День здорового ребенка почаще проходил у нас в станице. Так как с ребенком не очень удобно ездить на маршрутках в город, здесь пришли уже на месте все врачи. Кроме педиатров и терапевтов, на Днях здоровья приемы ведут и узкие специалисты – кардиолог, эндокринолог, хирург, окулист. Здесь же можно пройти ультразвуковое исследование и ЭКГ, сдать некоторые анализы крови. Главная цель таких профилактических акций – выявлять болезни на самых ранних стадиях, когда ярко выраженных симптомов еще нет, но лечение уже необходимо. Зачастую без Дня здоровья трудно выявить. Люди приходят, и для них это открытие, что у ребенка там искривление позвоночника, позвоночника или плоскостопия. Конечно, после этого они начинают
активно следить за своим здоровьем, ну, те, кто начинает, конечно. Вот. Ну и это останавливает, потому что всегда искривление позвоночника в процессе жизни прогрессирует, ухудшается, если не лечить его. Более доступно оказывается помощь узких специалистов, то есть не нужно ехать в город, а можно пройти с ребенком здесь на месте. Сегодня на приеме у специалистов побывали около 100 детей. Больше половины из них – малыши до года. Следующий детский день здоровья пройдет 3 марта в селе Юровка. И в этот же день в станице Благовещенская медики будут принимать взрослое население. Руслан Душевский, Анапа регион. В эти выходные Анапа приняла гостей из ближнего зарубежья. Спортсмены из Казахстана, Армении, а также бойцы Краснодарского края приняли участие в 16-м международном турнире по казачьему рукопашному бою «Спас». Соревнования прошли на базе 10-й спортивной школы. 150 участников от 12 до 30 лет сошлись на татами, чтобы побороться за первые места. Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества. В этом году их также посвятили значимой для всех кубанцев дате – 75-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Вы будущие защитники нашей Родины. Мы гордимся тем, что вы наше будущее. Гордимся тем, что вы сегодня занимаетесь спортом, ничем не любите. Вы отличаетесь от других своих благодарений, настойчивостью и проявляете мужество именно на спортивных арены. Я хочу сказать еще раз вам огромное спасибо. И от имени главы муниципального образования города Курганской области Юрия Георгиевича Полякова от себя лично поздравить с открытием турнира. Ребята, пожелаю здоровья, счастья, успехов вашим спортивным, мужественным труде, тренерскому преподавательскому составу. Здоровья вам, успехов вашим благородным. Казачьи бои – это смешанный вид единоборств. Здесь себя могут проявить как самбисты и дзюдоисты, так и боксеры. Однако, в отличие от других видов борьбы, этот менее травматичен. Участники используют экипировку, перчатки и защитные шлемы. Сергей – борец из Казахстана. В своем первом поединке он одержал безоговорочную победу. По словам спортсмена, ему помогли занятия тайским боксом, который имеет общие черты с казачьими боями. Это смешанное единоборство, где объединены все виды, все стили единоборств. Самый сильный казачий в Краснодарском крае – казачьи рукопашные бои – это развиты в Анапе. Если мы проводим 16-й международный турнир, мы постоянно проводим свою спартакиаду. В спартакиаду включено казачий рукопашный бой, он включен в спартакиаду. У нас тренеры свои, тренируем детей по казачьему рукопашному бою. По словам организаторов, в «Спасе» лучшими всегда были анапские бойцы. На протяжении 16 лет спортсмены города-курорта занимали исключительно первые места в казачьих рукопашных боях. Вот и в этот раз хозяева не оставили шансов гостям. Анапа возглавила турнирную таблицу, завоевав 13 золотых медалей. Второе и третье места у команд из Краснодара. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Попов, Анапа регион. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.